анонс и дата выхода 163-й серии турецкого сериала «Клятва». 163-я серия сериала выйдет в эфир 15 января. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Райхан находилась на занятиях, то она очень сильно удивилась, ведь в кабинет вошел ее супруг Эмир. Он представился новым преподавателем и хочет знать, на чем остановились его студенты на последнем занятии. Все девушки стали сразу же его просить, чтобы он посмотрел в их тетради. Райхан из-за этого начинает испытывать ревность и замечает, как стали строить глазки ее однокурснице Эмиру. Когда Райхан достала из сумки телефон, то Эмир сделал ей замечание и попросил на его занятиях не отвлекаться от предмета. Райхан, узнавшая о ревности Эмира, испытывает удивление. Сказав Эмиру о том, что она никогда не станет ревновать его кому-либо из-за того, что доверяет, Райхан предстоит быть испытанной своими собственными словами. В это время Нарин делает все возможное для того, чтобы Эрхан, который обрушился на нее словно страшный сон, не вернулся в ее жизнь снова. Настойчивость Эрхана вызывает раздражение у Нарин. Что задумал Эрхан, который желает встретиться с Кемалем? Собирается ли он сделать что-то сумасшедшее? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, 163-я серия сериала выйдет в эфир 15 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.